Приятель, дружище, ты только посмотри. Всех можно разделить на две группы. Победители и проигравшие. Один хлопок отключает свет, два включает. Может, хватит? Если бы вас поставили перед выбором... Поднимайтесь, тут дорогое вино. Что за черт? Что это все значит, Тони? 100 тысяч евро на твое имя, если, конечно, ты это выбираешь. Между чем? Подождать 10 лет и получить 1 000 000 евро. Но чек смят. Любимая, лучше подождать 10 лет. С миллионом ей не нужна никакая ипотека. Ты хочешь сказать, что мы должны выбросить 1 000 000 на квартиру этой девочки? Прости, ты сейчас о нашей дочери? Следи за тем, что говоришь. Я себя чувствую чертовски неловко. Что ты решила, 100 тысяч или 1 000 000? У обоих вариантов свои минусы. Мне не нужен никакой чек. Все заходит слишком далеко. А сколько таблеток ты приняла? Эта ночь становится интересной. Хватит! Алекса, цветной свет! Включай. Ничего себе! Вот так-то! Цветной свет! Ты что, дурак? А? Ты потратил свои деньги на этот чертов свет? Папа говорит, я вся в него. Твой отец придурок. Прости, у него просто другое представление о жизни. Это нормально.